Настенька Тюрина, победительница конкурса «Синяя птица», виртуоз балалайки. Мне кажется, что и Юрию Гагарину, и Сергею Королеву было бы приятно, что этот инструмент сегодня будет здесь звучать на Байконуре. Ну что, вот такой необычный дуэт. Хайлайнер, экстремал Максим Кагин и Анастасия Тюрина. Ну а произведение «Золушка» Алексея Архиповского.
Спасибо тебе, дорогая Настюшенька. Я очень рада за тебя. Я знаю, как ты волновалась. Каково тебе на Байконуре выступалось? Просто великолепно. Какой-то космос. Очень круто. Точнее не скажешь. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо.